в конфу нет. А, да. Конечно, все, все поиграли. А Ваня опять атомную бомбу на конфу стал. Так, все. Все, поехали. Заглушай сютютись. Тихо. Поехали, пацаны, работаем. Так. Где я, блядь? Ну что, вроде нормальный. На предателя соточку. Спасибо большое за 100 рублей. Спасибо. Ебать, тут, кстати, наныл, ебать. Между прочим... Труп в сторидже. Кто нашел? А, я, да, Ваню убили. Ник. Нормально. Первая катка, все, пока, нахуй. Смотрите, мы с этим, с Бази и Шепелявым пошли на него. Я свет сейчас починил. Я остался в реакторе. Да, и тебя. Так тебе и надо, говорят. Саша, пизда, бля, подожди. Говори, говори. Заебали, мне не дают поиграть в эту игру. Вы че, сука? Ну, давайте вычислим все спокойно. Поехали. Кто следующий? Короче, я был в управлении, Мегамишу увидел 300 раз, он рядом со мной бегал. Я ну, три, и там был Шепелявый, потом ты ушел. Да, я ушел в управлении. Я еще... А куда ты пошел, сон? Ну, смотрите, уже на это все. Раз, два, три, четыре, я там три. Не видел. Ну, три человека сдал за стрим. Я его видел, он пробегал. А кто-нибудь видел еще, кроме Ника? Ну, Вася, какой у тебя Ник? А, вот. Бась, привет. Я не видел. Кто-нибудь Ваню, кроме Ника? А, Ваню внизу я видел, по-моему, в самом начале, где заходить, потом... где карточки проводить. Я Ваню внизу видел. Ну, Ваня там снизу на грузах. Или там, где на складе сдохнул. Я понимаю, что сам репорт прям сразу. Почему? Не, я рядом с Ником был, он убегал от электрики. Типа, его не... А на это где? Я бежал за столовой. Флезер, привет! А, может, я бежал. Может, Бази, может, видел? Я не знаю, может... Сверху с НТ-чиком бегали. Да-да-да. Базя? Сварщик. Сварщик, мы с тобой вместе в электрике. Как ты думаешь, как они вдвоем там оказались? А сварщик, какой они? Шепелявый. Вы что, долбоебы, голосование поставили нахуй на 5 минут, что ли? Нет, на 4. Да. Можно отменять, отменять уже можно. Надо ре... И, короче, я на скип одеть, Ваня, ничего не... Передач, спасибо за сап, спасибо, дорогой. Бигер, не, братан, не отдал. А зачем? А если все отменяют или подтверждают, оно скипается. Олимпия, ты потом... Спасибо, Архину, спасибо. Вот, что да, мне нравится. И туда нашел еще раз лишь. Ты Олимпийская Олимпия. Поехали. Олимпийская Олимпия. И на 100 вроде нет, 100 нормальный, скорее всего, ребят. Тут Ник, кто-то куда-то еще с ним. Почему и на Т не заметил, что меня зарезали, блядь? Не факт, что и на Т с ним. Блять! Так, ну. Анечки, все нормально, привет. А синего, синего кикайте и все. Без вопросов. В смысле? Короче, Артем, придорогой. Хороший наряд тебе. Лех! Поехали. Мы с тобой заходим в яичку, правильно? Да. Ну, ты становишься. Тут Галим, спасибо, Саба! Спасибо, родной! Чек, типа, в медичке, что типа ты не. Лех, вот когда она даст 13 тысяч, я тебе колу куплю, братишка. Ну ты поставил 2 секунды и ушел. Стримлю! Играю в КС! Заходите! Какие 3 секунды? В смысле? Так, ну, то, хорошо, 5 секунд. Я понял. Подожди, с самого начала я прибежал и сразу встал и стоял. А потом... Подожди, ты забежал позже меня в нее. В смысле позже? Мы ты с тобой позже меня забежал туда. Ну, забежал, я за тобой забежал, правильно. Нет, ты позже, я зашел, я же там был, тебя еще не было. А потом ты зашел, и говорил, что я 2 секунды простоял там. Ну там ты 2 секунды простоял. Так тебя не было, когда ты зашел. В смысле? Ты я там был. Ты что пиздишь, нахуй? Я с тобой я... был, только ебать, что, блин, заходил. Я зашел первый, я верю Мегакору. Я тоже верю Мегакору, конечно. Вы ебанутый отморозки, он меня в медичку зашел, уроды ебаные, он позже меня зашел,
Ты, Миша, ебаный, я тебе если бы я тебе, сука, в первом раунде бы захуярил, бля. Голосуйте, а то у нас времени до хера стоит. А что, наверное, да! Он в самом начале делал квест, где нужно было сдавать данные, когда нужно сначала их взять сверху, да? Вы кинули за то, что ебать нахуй, он зашел позже меня и это увидел. Тарютик, привет. Отмороженный, блядь, ебаный. Надо его кикать. Луху, спасибо, дорогой, спасибо. Спасибо. Алексей, я тоже почему-то так думаю. Реально, Лёх, реально. Меня опять кикнули, я сегодня себя хуёво чувствую, весь день горло болит, ребята, я не мог пойти. Я сегодня себя хуёво чувствую. Ты можешь хоть раз сюда, чтобы нормально было, Антоха? Я не мог пойти. Антоха, ну типа, ну невозможно, ты можешь, блядь, не болеть? Хай. Потом вернут Ишка, верни Антоху, дзерка верни. А кого Ишка кикнул? Да. У меня конфа, ребят, я вам так скажу, у меня конфа сектантов. Они вчера ночью, часов, наверное, во сколько? Ну, часов, если не ошибаюсь, было по времени 4 ночи примерно, да? Они вчера посмотрели какое-то видео, как крестят детей. Крестят, то есть, да, то есть, понимаете? Так. Так, пацаны, я как сказал, это самый репорт был. Ник на моих глазах убил сейчас. Мы убираем его. Сразу я вам говорю серьезно. Мегакор, я прям видел тебя, думал на тебя, но потом увидел Ника. Он прям сейчас в электрике зарубил. Я сейчас вообще-то в меди стою. Да ты уже, потому что, конечно, через стену в меди открывается люк, не пизди. Мои поздравления, скорее всего. Ну да, это идея. Кто сервер настроил? Кто настроил сервер? Ты мог убийство поставить спустя час? Извини меня, пожалуйста. Да ничего. Пересоздайте комнату. Поставьте нормальную комнату. Я зашел, я стою уже 10 секунд. 180, да, стою. Убийство еще не откатилось нихуя. Это ебаного Мегакора ебучего. Я бы его захуярил бы за секунду, бы гандона ебать. 180 ног, мы что, 3 минуты будем качать? Почему обзор такой маленький? Быстрее убийство поставить. Да не, не надо. Не, подождите, Танечка, а что ты так палишься? Что ты так выгоняешь, Танечка? А я тебе скажу, почему? Потому что прошло время, я стою там. Я думал, у меня же убийство. Я тебе рассказываю. Ты поначалу, я тебе приметил, ты делал квест в самом начале. На скачивание данных. Квест, который делается только после того, как ты... Вань, тебя нету. Сейчас. Только после того, как ты скачаешь сверху. А ты не мог этот квест сделать. Ты просто палился. Вы слишком умные, блядь. Палился, нахуй, палился. Слишком умные, блядь. Постояв в кругу, постояв, что чипрочить. Да, 3 секунды. Я хотел тебя заебашить. Я хотел тебя захуячить тебя, зарезать тебя в игре. Хотел, понимаешь? А КД на убийство не откатилось, жир. Ну, правильно. Это да, Якста. Я не могу зайти в игру. Подожди, а вы поставили настройки нормальные? Да, поставили. Давай, поехали. Ника, я почему-то сразу спалил. Он тебя, да? Да неправда, не было ничего. А вы, блядь, нахуй, ну, сука. Так, блин. Я ее видел, она стояла, квест выполнял, я снизу. Ой-ой-ой, я сейчас даже двоих могу угадать спокойно. Смотри, Стон, Шепелев, ты куда пошел? Шепелев. Я в щитовую пошел, я базу увидел, он сделал квест. Ну подожди, Стон выбежал. Это дабл килл или? Дабл, да. Смотри, один труп в оружейке, второй труп в сторидж. Я тебе так даже скажу.
Кто в электро побежал? Вот сейчас именно. Кто? Я сейчас сделал свет, и ко мне пришел сварщик, и пришла ко мне еще кто-то пришел. А кто? Кто-то в конце пришел. Блин, не увидел. Смотри, я бежала слева, я слева сделала квест, и я по левой стороне бежала, и никого не видела. Я только на вход сделала. Кто в оружейку побежал? Кто третий сейчас зашел в этот, в, как его, в свет? Кто третий зашел сейчас? Единственное, я могу сказать, что это не Ник, потому что мы с ним... Мы с ним в навигации делали квест. В навигации были, да. А с вами еще кто-то третий был? Нет, нет, я там никого не видел. Бля. Ну, навигация, я вот только что добежал, и там никого не было. Ну, мы уже квесты сделали в самом начале. Короче, убили в оружейке прям. Там два человека было, я по админке посмотрел. А, прибегаю, там труп. Потом, кто в оружейку вообще бежал? Ты, Вань, Ник и кто еще? Или не было больше никого? Я никого не видел, кроме Ника. Ник в самом начале, мы первый квест пошли делать. Мы бежали в навигацию эти дел. Ракетку эту сраную по кружкам нужно было провести. Да. Олимпия, ты что-нибудь скажешь в этой игре? Ты что-то молчишь? Я на админке стоял. Да! Чё? Кто тебя видел? Ну это может быть он, в принципе, тогда. Кто тебя видел? Ну кто-то там бегал. Я видел, что я не... Олимпия, ты столовый... Блядь, Олимпия, кикаем сразу. Сначала я на отминку пошел. Так меня вкидываешь. А что, в смысле? Олимпия, смотри, объясняю тебе. Ты как попал в админку, когда я побежал с админки в столовую, а потом в оружейку? По пути я тебя не встретил. Так я там стоял вообще-то. В оружейке. Он всегда вот так, когда сгладит, в конце чуть-чуть улыбается. А нахуй идет. В Олимпию, нахуй. Да, это Олимпия стопудово, я его покушу. Это так тупо. Я изначально в отминке стоял. Сварщик, значит, второй маф вместе сыграл. Скорее всего, сварщик подозрительный. Подожди, он не может его так стопить сильно. Он со мной не делал света. Я вам так скажу, Ваня говорит, что он был на навигации, но там по карте был один человек. Я в навигации был, мы вместе вышли потом. Это кто сейчас пизданул, подожди, до этого? Кто был, Олимпия? Олимпия, да. А ему уже и так. Ну, ты следующий. И все. Так, это Мегамиша пробежал? Что такое? Фух, тут спалился. Так. Ой, блядь. Ник опять киком, Ваня, я не знаю. В смысле? Короче, ну, ты выбегаешь с админки выбегаешь, я забегаю в админку. Ну, ты видел, как я забегаю в админку, да? Ну? Я в админку забегаю, с винтов просто выпрыгивает Ник нам. Просто выпрыгивает. А, да? Пытается двери закрыть, короче. А, так, я думаю, в баланс надо мегакоры выставлять, скорее всего. Ваня, почему? Я объясняю. Потому что сейчас я... возле меня пробегал недавно, у него все нормально было, типа. Какие винты, ты о чем вообще? Подожди, я Ника... Ник мог меня ебануть один ход. Ну, мог. Мог. Тогда был даблкил. Это скорее всего второе, но я не уверен, да, тогда в Олимпии. Что, Олимпия-то один убил, да, двоих или чё? Нет. Скорее всего, мужики. Дабл сделали, я может быть, реально. Идти. Подожди, Мегакор, подожди, я только что... Ты только что сейчас, подожди, я сейчас, смотри, с базе стоял, мы сейчас код вводили, я внизу карточку провел и убежал влево, я тебя видел, как ты забегал туда. Так. Он там так был, ты мог его убить и сразу вот эту хуйню ебануть. Хорошо, Вань, при такой же логике, я забегаю в админку, я убиваю... Значит, ну ты Олимпию вывел? Олимпию вывел. Вывел, да. Теперь ты баланс не вставай, потому что ты очень подозрительный. Мы можем 2-2 выйти. Подозрительный, я просто можем 2-2 выйти, почему нет? Честнейший просто. Да, да, нам надо в балансе выводить. Рассказывай. Смотри, Ника, кикаем сначала, Ника, все. Хорошо, я в балансе уйду, Мне больше Ник нравится, чем ты, Мегакор, на самом деле. А может, тебе давай? В смысле? Чё ты меня брас? Где я сейчас был? В навигации. Хорошо, а что ты делал? Не навигации. В какой навигации? У меня не было в навигации. Так кого кикаем, я не пойму? В админке ты был, в админке. В какой-то админке? Ой, я и в админке тоже не был. А откуда ты с админки прибежал, хорошо? Я в админке был. Откуда ты прибежал? Ты ж был в админке, да тебе должен Ваня был видеть, блядь. Как ты был в админке, на? Щитов. А? Щитов?
Да, щиты. Ты прямо сейчас было? Если что, я в щитах бегала. Ага. Ну, а Люба недалеко там бегала, да? Ты чё, Люба, ты кого видела там? Никого не видел. Вот значит, именно, я просто побежала на правой стороне. Мы же в самом начале никто не видел Ника, кроме самого начала. То есть мы с самого начала, типа, Ника подозревали, но никто в него не голосовал. Второе на Т, все, поехали. Да, ясно. А что ты в меня на Т проголосовал? Потому что я тебе сказал, что мне Ник больше нравится, чем ты. Все. Он мог с винты прыгнуть. У Ника изначально он с Ваней бегал. Как написал тип сейчас, готовы? И вправду, в это говно на 1.5K онлайн меньше. Блять, обидно на самом деле, блять, честно. Блять, обидно нахуй. Шепелявый, что ли? Чуть нахуй не проебали, блядь. Да, что было? Я немножко постыдил. Ничего, мне Стон сказал... Я сказал, что пойдем в Warcraft играть, и он сказал, что здесь будет игра намного больше. Онлайна будет. А сколько онлайн, да еще так все стяжало? Сколько? Сколько вас, ребят? Два и 2К? А че вы ебаете? 32 минуты стрим идет? 2 и 2К, че, мало что ли? Вы че вы ебаетесь? Че, ебанутые что ли? И кого вообще должна... Да кого должно ебать, блядь? Сколько у меня онлайн вообще, не пойму, блядь. Кроме меня самого, блядь. Правильно, пацаны? Даже 1000 человек, это, понимаешь? Понимаешь, что такое 1000 человек? Это ебать, это армия, можно захватить... бля, не, это же... Игру можно захватить, если что я имею в виду, ну, типа, в этом плане. Вот. Дверь закрыли здесь. Я квест все сделал. Кого-то в электрике убьют, скорее всего. Нету никого. А кто? Почему? А зачем, зачем дверь закрыли? Конечно, важно качество, ребят, это хуйня. Никого не убили? Вроде нет. Пятером сейчас мы были. Так, у нас остался один, скорее всего. Было бы нас двое, мы одного выгнали, точно. Я не знаю, это не Мегакор, скорее всего, но типа я с ним очень много... Мегакор этого... нет, наверное, потому что я видел, как он коды вводил. Мы с ним вместе вводили, руки прикладывали, он мог меня рубануть. То есть Мегакор, наверное, нормально. Здесь получается, кто остается? Знаешь, что я больше думаю, что это на Т, вот и все. Он килл не делает просто при мне. По квесту сколько у вас осталось? В смысле, при тебе? Я постоянно там фигня осталась. А там фигня. Давайте квесты делаем, скипаем-то. Скипаем квесты делаем. Давайте быстрее делаем. Трупы тоже делайте квест. Я все сделал. Я буду сейчас с вами бегать. Ну, Люба подозрительная тем, что она прям... Что-то я вообще ее нигде не вижу. Так, она Т. Сейчас меня рубанут здесь. Короче, ты или на Т, или Люба.
Видно, ты включил свет. Люба, здесь она. Не... Люба оттуда прибежала вроде как. Я не видел. Я не уверен. Я в этом, возле... Как, он... как эта комната называется? С карточкой. Прям на выход. Админка. Да. Короче, Любу кикаем, она снизу... Подожди, чего еще раз там? Я слева бегала. Ты же на электричество справа прибежала, не? Нет. Я сделала в медичке, у меня аномалию нажала, побежала. Значит, не Люба, значит, я не знаю, кто. Может, а где Миша был этот? Мегакор наш. Вань, наше проще делаем, чтобы не думать, скипаем и доделаем квесты. Все. Ну, тут один постер остался, поехали, давай один, так и сделаем. Да. Ну, короче, бегаем. Типа, это, скорее всего, да, Люба, но я рисковать просто не хочу. Давай. Типа, просто сейчас кикнем он, и все. Кто-то из вас. Мама Люба, давай, это па. Мама Люба, мама. Рубанет меня? Чё, она твой код не может вести? А чё он так долго кодом... Люба в комнате Вани убил. Это вообще-то ты сделал. Смотри, да? Я кикаем, а натаюсь. В смысле натай, мегакор? А на что я тебе объясню? У меня 100% факт. Хочешь 100% факт? Я зашел в электричество. Миллионный процентный. Хочешь? Люба на трупе рядом стояла и в люк бежала уже. Мне не важно это, понимаешь уже? Знаешь почему? Объясняю тебе. Хочешь просто? Я пробегаю в админку. Ты стоишь возле кнопок, прошло 10 секунд. Я промахнулся мимо кнопки. Да, да, да. Это как? Ну, нажал не на ту цифру, в том-то и дело. И всё. Сколько там будешь стоять? 5-10 минут? Или в смысле сколько? 5-10 минут? Что-то точно на Т, потому что мы с Ваней, мы вдвоем весь раунд бегали, забегаем в комнату, я делаю... Ох, сколько этих квестов, женщина? У меня еще скачать файлы, и вот у меня в электрике осталось пара квестов. Я все. Кикаем этого. НТ. Потому что я только зашла в щиточек. Мегакор, ну это бред. Ну, мне отдавали победу. Ну с самого начала же было это. Ну ты же сам понимаешь. А куда сначала побежал? Чего? Куда с самого начала побежал? А Мегакор не помнит то, что НТ в него голосовал? Люб, ты со сторожа пробежал его два? Да. Она же сказала, она с вами. Ты на НТ видела? Да, мы бежали с Анатей, изначально так. Вначале бегали. Потом к Ване ко мне присоединился, Анатей побежал в другую сторону, типа, с другой стороны отключать О2. Не, но тем не менее... Он пробежал, да? Да, но тем не менее мы успели добежать до тебя. Красавцы. И он как бы еще не выключил, хотя ему ближе было. Ник, я тебя ненавижу, ты черт. Зейша, Зейша. Да, молодцы, молодцы. За что меня кикнули? Полился я снова. И на третьей нормально, нормально. Ты путался во всех своих показаниях. Я говорю, говорит, я был на счетах, там Люба была всю игру, просто стояла там. Где в итоге он был, непонятно. Я говорю, за что тебе кикнули, Олега, три минуты много на голосование все-таки? Нет, это нормально. Это самое нормальное. Я, короче, мегакор надеялся, я в админке стоял, ждал. А ты мегакор должен был еще, у тебя аргумент должен был быть, что он в тебя голосовал. Понимаешь, аргумент у тебя должен был быть. В тебя и на тей голосовал. Вася! Здорово, Валерка. Люба, а ты побольше, пожалуйста, разговаривай. Типа, ты вот сейчас при четверых я хотел тебя кикнуть. При четверых. Сука! Как играете тебе? Заебись! Вторая игра первого хуярит, как собаку. Спасибо. Сложно.
Я чувствую, пацаны, блядь, эта игра явно не для меня, потому что, все-таки, знаете, я не предатель, понимаете, я не предатель. Я человек святой, понимаете. Квесты делать веселее. Локалок нахуй достаточно мне было, мне кажется, не? Ты чистый благородный воин, бля. Воины света, воины добра. Трупа здесь нет никакого. Чудашка здесь была. Бля, чертики, блядь, прям рога у нее такие чертополохные. Та, Валер, с иглы ачивок будет много, чувствую. Бля, не спел, посмотри по камере. Так! Спасибо, передач. Заткнись! Где ты его нашел? Те, кто был, блядь, объясните, пожалуйста. Я спасибо. Я, кстати, почти все квесты сделал, блядь, пока мы там убивали. Я, короче, смотрите. Я сейчас был в... смотровой, где вот это охранное предприятие, где смотреть. Я не успел, кстати, к камере подбежать. Прям буквально вплотную к ней подбежал, и все. Ну, тут в реакторе. Я вроде как и на Т, и в Электре сейчас был. И еще кто-то третий там был. Чудашка, я нет. Там была, я там была. Чудашка, ты, а ты, кстати, там, ты, она могла меня рубануть, кстати? А в смысле? Не, я говорю, она могла рубануть, если бы была возможность. Я думаю, она красная. Мегакор, ты можешь сказать, где ты труп нашел? Я сказал, в реакторе труп. Я на камерах стоял, я на камерах стоял. На... В сторону вроде бежал. Говорили, я подтверждаю. Я один раз там Мегакора видел на камерах, все, больше никого не видел. Но я сейчас в базе меня видел. Ника, ну-ка что-нибудь скажи, пожалуйста. Ребята, у нас один труп, все нормально, делаем квесты, все хорошо. Квесты почти все сделал, два или три осталось. Да. Внимательно просмотреть, но я считаю, что сейчас в данный момент для меня красная это чудашка. Она могла меня убить в углу, блядь, если честно, но она не убила. Меня также могла... Что может быть квеста в читовой было? Бля, как Стончика рубит, да? Воины света, воины добра. Рубанет мне? Чудашки елды, я постоянно ее вижу, блядь. Пизда. Это Мегакор. Только что убил на камере Ваню. Как это скажете, кикайте меня, кикайте. Да. Ну ладно. А кто прав, говорит его? Кто говорит это? Что ну, это? Забей, я даже оправиться не буду.
смысле? Я даже себя по голосу. Ну пусть человек, который думает, что я его убил, типа, окей. Так он, ты не один, ты единственный играешь. Что убил Манурина? Моли... Ну, хорошо. Малимпия. Да, да, на моих глазах фраг был. И со мной на Тэй бегал. Ну ладно, Мегакор. Миша. Весь Тончик, мы с тобой просто уничтожают, понимаешь, по КД, блядь. Малимпия, всем привет. Привет. Ты кто? Я Малимпия. Воины света, воины добра. Вы погибли, продолжайте план задания для победы. Все. Ска, тебе, бля, бортанул бы тебя. Сварщик просто что ли? Просто тоже импостер, что ли? Смотри, бегает, смотри. Или нет? Да, смотри, тварь! Ай, тварь! Ай, тварь! Смотри, квесты делал, смотри. Ля-ля-ля, дрянь. А? А? Квесты парень делает! Смотри, смотри, квесты, парень, хуярит. Так. Так, это нажал я. Смотрите, короче. Олимпию учили, да? Чидашки. Да, чидашки точно красная, потому что она починила сейчас свет. Там больше никого не было. Вот. Ник тоже вроде красный, но он как бы мне выключатели... мешал. И на Тэй мне не нравится, он ходит за мной постоянно. Я могу пройти медобследование, у меня последний квест остался. У меня все квесты сделаны. Ага. Я вообще не вижу сварщика, вот, допустим. Сварщик? По камерам не видел. А где труп? Кто был верхним двигателем? А сварщик где у два находится, ты спрашиваешь? Это я, блять, квест. Да это ты родной, получается. Ты только что пришел в навигацию, а О2 находится напротив навигации. И ты не вышел почему-то с навигации, а там есть дырка. Я стоял на камерах, это видел чидашки. А красный это плохо или хорошо? Это мне квест по У2. Хорошо. Бля! Вовка же в голосовании выбрала, посему поменять Амонг этот ебучий. Кто тебе сказал, что я... Я вообще... Я говорил о голосовании ставить, я не говорил о голосовании ставить. Люк, ну... Нет. Вовка обязательно будет, пацаны, вы не переживайте. Давайте квесты доделаем. А я Тане, кстати, предлагал, ну, говорю, да. Братишка, пойдем в классик, а? Т0 фармить, а? Можете сейчас медпункт со мной сходить? Сказка. Хотите, что мне сказал? Я пойду в размен со на Манкасе лучше было все. Нет, красиво. Пожалуйста, можешь идти. В прошлый раунд брал. Мне два квеста осталось, вот два еще какой-то, но я зашел, вот хочу ты навигацию, мне там ничего не горят. Понимаете, по сути, кто-нибудь вообще сварщика видел хоть когда-нибудь? Я вообще видел его за всю камеру. Вообще не встречал. Я его много раз видел. Я ну, не знаю, может... Я вроде Ника видел так мельком, ну и все. Ну да, мельком видел. Я так рад, что Мунурин стал играть в Вов. Надеюсь, ему будет легко научиться играть. Что-то делаем, там пищечка осталась. У нас там вообще... Я Мегакор убил. Скипаем, да, делаем квесты. Я говорю, база, можешь подакаться, но увидишь. Не, у меня тут другой сходите есть. Ну, так что будет, у нас на замене еще Валера сидит. У нас мест себе пока нет свободных. Пока что. Если будет, возьмем. Следим за сварщиком, ребят. Парень, смотри. Так. Смотри. За ним двое бегут, смотри. Смотри! А зачем он так бегает? Сейчас рубанет, наверное, смотри. Рубанет его сейчас. Я посмотрел бы, как ты играешь в CSGO. Братишка, если честно, не очень хорошо играю, но...
скоро, ну, типа, я не знаю, я бы пока не сильно вдохновился. Вот если вдохновился бы в CS поиграть, бы с радостью поебашили. Но скоро патч Варкрафта, поэтому мы все силы туда бросим. Рубанет ее, не? Тварь. Ага, сварщик, наверное, стончика рубанул. Это... Я бежала на реактор. Ну, типа, я забежала, я увидела труп. Ну, ты от трупа отбегала, по-моему. Да, я тоже такое заметил. Я тоже заметил. Это не сварщик? По-моему, я за сварщиком все это время бегала. Ну, это значит Любочка, получается. Все. Да, мы с ней там вместе были. Сидела, смотрела в камеру, я вышла из камеры, я увидела труп. Но... А ты же Антохи думал, кто? Вот реально, я думал, я похер. За нормального игра так играет сварщик, это просто, блядь, вышка. Он просто бегает по кругу, да, понял? Да. Он вообще не пойдет. Это, блядь... Мегако, а если б ты начал... Бля, бро, я там вообще, я не знаю. Я, короче, с ней сначала бегал. Сначала я с ней бегал. Думаю, сейчас... А, Валерий, дайте. Потому что вы по двойкам, короче. Валера, ты тут? Вы по двойкам. Зачем Асаша обидел? Он заглушился, Валера, видимо. В смысле, я ее не обижал. Ну вот она вышла. Не, Мегакор, если бы ты начал рассказывать так все серьезно, как ты рассказывал первые ходы, скорее всего, я бы поверил больше тебе. Да там 3-4 человека было еще. А чего с камерами было? А, все, понял. Без вариков там вообще. Я мог там, конечно, свой эмоционал включить, там, блядь, какого можно, хера. Можно, кстати, я... взять девчоночку еще одну поиграть, если сейчас батюшка Андрей. Не, Валера все уже тут. Проходи. Ну все, блядь, тогда. Это рассказ стрелочка. Сварщика. Ты знаешь, что по стрелочкам нужно двигаться и квесты искать? По стрелочкам они тебе показывают. У меня квесты, это стрелочек. Знаешь, Сварщик нравится. Говорит, короче. Люди, вы, блядь, все бегаете. Такой, блядь, ходит. Ты видел вообще? За ним 10 человек бегает, а он ни один квест не делает. Просто крутится, блядь. Хуяк обежал сюда. Сварщик. На таб нажимаешь во время игры. У тебя сквозь. А я чуть что-то сказал, а как ты играл до этого? Сварщик, да он ебашка! А Саша работает, ребят, у нее Warcraft, ребят. А где Валера? Электрод использованный, слева от скрипов нажимаешь, код. Там код, ну вверху код! Валер, код внизу, привет. На фотографии валенка. А где общий? Да. Танечка, как нормально играем, интересно? Не, я третий раз понял, меня хуярят, вырезают. Ты скажи, ты пожалуйста... Ты единственная в соло бегаешь. За что хуярят без того, четвертый раз? Делать, ебать? За что хуярят? Держи, Круша, я тебе сказал, ты просто мест. Слишком в палевные места ходишь, и еще один... Да ты собака будет. Ебаная, ты слюка выпрыгнул, меня порезал, хуебаная. Добавьте еще задание, то слишком быстро. Лёрк! Нет, норм... А, да-да, побольше можно. Аж вообще максималку. Побольше можно, Тань. Люди теперь сразу поймут, что если меня не убили, значит я по-любому его пустил. Понял? Если меня убили, значит я не буду. Все, пизда. Куда побольше, Сварщик? Завтра не закончит эту игру. Ненависть. Ну, вот так, запускай! Запускай шарманку с вас. Поехали, блядь. Я сейчас разъебашу, нахуй. Себя. Так, так. Пацаны, когда будет за две недели до выхода Shadowlands, мы обязательно поставим аукцион и будем играть только Warcraft. Кроме рекламного стрима по GTA. Пизда. Так. Знаете, вот кто импостер, ты реальный уебан. Нахуй, нахуя вы его режете первого, я не пойму, блядь. Неужели нельзя, блядь, выбрать другое место? Может, это ТТ опять станет? Да, может быть я, блядь, может хуянах, пошел на стриме сидит вообще, нихуя больше не говорит. Я сомневаюсь, что это стон, потому что он был на сторидже мусор выбрасывал. Да нахуй он, блядь, это... А, подожди, Басечка, а ну теперь расскажи, поговори, поговори. В смысле? А где может ты был? Быть, ты? Я где? Вот я вообще здесь, вот этот, как вот. И ты, типа, ты сразу подумал, что это я из-за того, что... Хорошее объяснение. Я здесь, как его. Вот два. Я вообще здесь, как его? Как вам объяснение, ребят? Смотри. Как, говорите, кто где был. Я был в Электро. Я щиты. Ну, у нас... Я мусор выкидал внизу. Я Ваню видел, он ушел на кислород, а я ушел на эту, на навигацию.
А его, ну, его убили, а я... Навигация, не... навигация это верхнее право, да? Ну, ну да, 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 право комнату, да, да. Смотри, да. Я, короче, был в, это, в коммуникации внизу. Возле меня чудашка прибегала. Сейчас ее убьют. Она осталась там с правой стороны, и когда я побежал на О2, ее уже не было. So, если, получается, чудашка и базе вы не встретились... Случайно в О2? Вы же там обои были. Не, в О2 я не был, я пошел навигацию, а Ваня пошел в О2. Подожди, ну, тогда... ты сказал, что получается... ты его видел О2, Ваню. Мы шли вместе по дороге направо. И ты его захуярил и съебал на мышке, Ваня. Не, зачем? Ну сейчас получается чудашка и базе только на... оставались на этом месте. Но чудашка мне больше вызывает подозрение, потому что она просто пропала. Когда я из коммуникации вышел, на О2 побежал, ее не было. Я пошла в самый низ. Да, подожди, в самый низ. Я... А как? Ну, сначала я пошла в самый низ щиты, я... и потом пошла наверх. Ну и как далеко, ты до... как далеко ты дошла? Я зашла прям в О2, и там в труп в ванне лежит. Кого ты мегакорп подвела? Кстати, вентиляции угадай. Нигде там нет. Меня? So, там с... либо база, молодец. Либо чудашка. Я думаю, что это ты, потому что ты на навигации, ты с Ваней был в О2, ты побежал в навигацию, да? В О2 я не был, Ваня пошел. Я больше, кстати, труп нашел, мышь на тот труп нашел. Вы два пиздобола, короче, прошла. Либо белое это, либо фиолетовое, вот и все. Типа один в навигацию, короче, ребят, пошел, чудашка говорит... Вы пока наблюдайте, пойду пасу и приду, хорошо? Я пасу. Я пошла в самый низ, по квесту, по щитам. А кого? После читов пошла в О2, когда сработала сигнализация. А, кстати, а что тебе квест там заставлял делать, когда ты внизу делалась? Тыкать в ромбики, квадратики, параллелепипеды. В общем, херню решаю. Кто еще вправо шел? Ну, я на счетах сейчас. Кто? Три минуты просто мы старем ни о чем. Вася, а в навигации какой у тебя квест был? Который этот, ну, проводишь вот этот 4 раза в разные стороны. Я в читах голосую. Я тоже думаю, что это оно. Нахуй це базя мышь 100%. Я проскрипну только потому, что я буду на них смотреть сейчас. Стон, ты под подозрением, держу в курсе. Давай, забегай за мной, мышина, блядь. Куда ты после управления пошел, Стон? Стон вроде как нормально, он сейчас сторож. Бегай за мной, любой сад бегайте за мной, изичи. Почему вы в белого проголосовали, Алю? Типа, я могу баланс, говорил. Только зря. Подожди, эти долбоебы кикнули чудашку, да? Чида, говорят. Да, увлекательная игра, я тебе рассказываю. Дела великолепные. Может, привет, охуенно дела. Я Стона нашел в камере, ну, напротив камер комната. Нахуй, на чью кнопку я нажал? Короче, фиолетовый кикните и все. Это даблкил получается. А Олимпия где? Ну, в смысле, я сказал, я могу идти в баланс, но вы это, будете зря. Я... Подожди, а Олимпия где? Они Олимпия после где? Электрики пошли куда-то вниз, я не видел Олимпию. Почему сразу не кик? Ворок, выздоравливай давай. Так, ну, так. Говорите, кто это? Мегакор, ну, что ты думаешь? А кто в розовый? Вот я. Я розовый. А, это Валер, ты Валер. А ты куда, Валер? Короче, где я два трупа? Я говорю, я нашел Стона напротив камер комната, где там что, вот это руки прикладывать. Как реактор. Это называется? Реактор. А, нижний, где, верхний где? Там. Ну, по центральной, ну, прям значит, черне, где квест обычный. Два убийцы еще есть, да? А Олимпия? Кто еще был на левой стороне? А где Олимпия была? Почему? Может, чудашки. Почему вы говорите? Потому что времени бы не хватило двоих убить, если по 20 с лишним секунд, когда не хватило В базе пальцы пизда. Притом, если они в одном и том же месте, тот сказал, что это возможно добавить. Я красный, чудашки мы убрали, возможно. Они должны баланс базе уебать. Я жду, пока вы договорите все, наверное. Мне кажется, это база еще один.
Кто еще был с левой стороны? Я ушел после вот одновременно со сварщиком, с электриком. Мы разделились, он налево. Даркош, да, хотя Стоун сказал, я хотел с ним Warcraft идти стримить. А как далеко ты дошел? Я сказал, Вовер мне 100 рублей закинут, а он говорит, не закинут, и зрителей будет мало. А где управление? Ну, где карточки меньше? Говорит, там банкаси больше будет. Тебя там не было, мы с Мегамичем. А я говорю, это и на Т, и мне импостер не выпадет, он говорит, да выпадет. Я на Т уже, отвечаю, я сегодня много раз выпадет. Валер, вы ошибаетесь, я тебе серьезно говорю. Вы еще два в два. Ты не дошел до карточки, я там с Мишей стоял сейчас. Я, короче, скипнул. Кто скипает? Я скипнул. Ник. Базе. Я на Т. А, ну значит, второй базе, все. Подожди, а тогда... Подожди, и на Т, ты видел, как Миша... Бля, почему он так тяжело? Где Миша ходил? Да где я, кстати, вообще не видел? Гай, спасибо за поздравление с прошедшим, родной! Я вообще ни про кого ничего не знаю. Спасибо! Я тебе клянусь, я просто... А, ну все. Я поэтому про Мегакора вначале спросил, потому что он для меня самый красный. Что, все, ты дубина, что ли, или что? Что, все, 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 давай, в космосе полетаешь, давай, вали, все, давай. Да, не, мы все, мы проиграли, я понял, окей. Молодец. Мы проиграли сейчас. Слава богу. Слава богу. Мегакор, что у тебя с настроением, я не понимаю, а выебались, что ли, сегодня? Эсхир, спасибо большое, Twitch Prime, спасибо. Спасибо. Вот они там рычат. Лёс собуется. Миу Изи, спасибо большое. Миу Изи ТВ, спасибо огромное за поддержку. Спс. Спс. Мегакор, как дела? Вообще никакой. Знаешь, вы уебан. Вы все уебаны. Вы пачка уебанов. Я с самого начала сказал, что Базя ебучий Ваню захуярил. Вам всем похуй, вы хотя бы подумали. Этот долбоеб за мной побежал. Соло за мной бежал 4 часа. Захуярил меня. Подожди, подожди, подожди. Ну если, а зачем вы выгнали Чедашку, я не могу понять. Даже если она выходит, вы убираете Базю в баланс. Зачем мы выгнали Базю? Проголосуем сами изначально, блядь. Он на навигации был, а она типа труп нашла. Типа, да, она не может фейковать, типа, вот так, типа. А вот знаете, что, Дима, вы мне еще бесит. Как вы телефон даете? Вы мне бесит. Знаете, что единственное хочу сказать? Стон бежит, потом Ваню встречай. Вот кого я должен... Именно Стон, потом Ваню в основном, да. Ты, я тебе рассказываю, я же всем говорю, это он. Меня захуярили, они забыли про это. Ну, сука, он же мне мстит, блядь. Он мне отомстил, меня в реакторе захуярил. Подумайте, ебаны, своей коробкой, блядь, черепной, что меня захуячили, блядь. Надо было. Я запускаю. Запускай нахуй хуету. Чё, меня первый кто-то захуярит? Я вас, сука, сука, блядь. Слушайте, а карта на так же? Да, на так. Она что-то через раз работает. Ладно, спасибо. Тварь! Они приложат там свои руки или нет, блядь? Смотри! Смотри! Две секунды. Это сварщик. Подожди, а вы что так долго нажимали? Не, все, это точно сварщик. Никто бы так не сумел бы. Это сварщик. Сварщик. Подождите, пусть хотя бы отдефается. Сварщик, что ты делал? Я сейчас делал эти, бля, кабеля. Вот точнее, качал эту хуету, бля. Кабеля. Кабеля или качал? Где? Качал. А я не знаю, как эта комната, где бензин находится. Там не скачиваешь, там провода. А второе подозрение кто? Ну я только сварщик, это 100%.
Если что, Чудашка... это просто не уйти. Чудашка со мной реактор делала. Когда мы с ней забежали, реактор был пустой, она мне помогла его деактивировать. Почему сейчас так долго нажимали? Я на верхний вот этот, на панель на верхнюю пошел, нажимал, и внизу вообще никто не мог нажать. Почему? Я внизу стоял, жал. Там не, подожди. Кого-то вверху сжал. Мы с Чудашкой нажали. Мы первые там были. Я стоял, Валера, я ее выключил. Посмотреть, кто внизу вообще. На нас трое было в комнате. Один сверху, два снизу. Да. Но смотрите, я могу сказать точно, почему до конца игры можно 100% сказать, почему я и Чудашка мирный. Потому что оставалось сколько, 4 секунды до реактора. Если бы мы были не мирные, мы бы просто дали ему закончить, и они бы выиграли моментально. Что может даже импостер нажимать эту руку прикладывать. Я знаю, но они бы сейчас выиграли, импостеры, если бы мы их не спасли. Надо было нажимать в таком случае. Да, тоже по факту. Извиняюсь, мне там отойти надо было срочно. Поехали, ребят, а поехали. Сварщик. Ребят, насчет того, что менять этот цвет. Ребят, я сегодня 3 раза поменял цвет. Все это хуйня. Випа туханули? Кто? Ишка, ты смотри аккуратно. Как сказал Валера, Чедашка говорит, хорошая. Знаете что? А я думаю, это база. Где труп? Почему? Не, ну... А почему ты думаешь, что база? Ну, скажи, где труп? Ну, извини. Ты скажи, почему ты думаешь. Нет, я скажу. Надо узнать, где труп. Можно сказать, где труп? Окей. Okay. Хорошо. Ты говоришь. Значит, труп сейчас найден тобой, был в электрике на вентиляции. Тогда все. Часть. Нет, не факт, что база. Мы с тобой закрыты. Кто-то закрыл нас с тобой, алло. Ну, кстати, со мной был закрыт и на тейчик в двери, да. В секьюрити, когда мы были, смотрели этот камеры. Я получается, там вентиляция есть в углу. Но я не видел, если кто-то оттуда, потому что я на камерах стоял, я не видел, если кто-то из вентиляции мог выпрыгнуть. Ваня, я будешь делать реакцию на K/DA Море? Спрашивай, потому что ты делал реакцию на их песню. Кто, блядь? Олимпия, Чудашки, что расскажете? Какую нахуй реакцию на их песню? Какая реакция? Вы что, пьяные, блядь, опять же? Какой нахуй КДА Море, блядь? Вы чё, пьяный? А, блядь, вы накурились? Да, нет, нет, я... Я бы на море бы сделал реакцию, поехал бы сейчас реально, чисто своего карася поискупал бы нахуй в солененькой воде, блядь. Я просто забежала, нет. Новый трек из... А, из Лиги Легенд. Да мне вообще похуй, какая Лига Легенд? Warcraft скоро, пацаны. Не работает, мне на карте приходится мышь выживать. Ну что вокруг тебя было в комнате? И Чедашки, да? Вдвоем сейчас выгнать по очереди. Подожди, секунду. Ну вот, получается, справа от меня... Это что это такое? Это зал, где на кнопку жать. То есть я вот коридор, который левее этого зала. То есть в медпункте? Ну, наверное... В медпункте есть вентиляция тоже, имейте в виду. Я не вижу ее здесь на коридоре. Но, по-моему, медпункт не слева. А там вентиляция ведет вроде из этого... Из медпункта в камеру, Валер, как раз к твоей комнате. Ну да, я и говорю, там можно перепрыгнуть с электрики до камер, и потом до этого, и тебя не будет видно, до медбэя, где это... Так что такое. А у тебя какие задания были вообще на левой стороне карты? Что у тебя сейчас есть здесь? У меня в электрике проводочки были, и с... А как ты оказалась в электрике в медбэе? Я тогда не бежала, меня там не было в электрике. Не, ну... Откуда ты знаешь, что у тебя в электрике именно проводочки, там 3 квеста? Чё-то Чедашки, по-моему, это... Всегда 3, у меня сейчас 2 квеста. Ну, там вообще... Погоди, кто еще не рассчитался? Кто вообще в ком уверен?
Ну, я более-менее... Честно, Валера, даже в тебе не уверен. Не, я более-менее в Валере уверен. Не, ну Валера, да. Ну, я же говорю, я Лор, спасибо. В начале, мне кажется... Я просто почему спрашивал, потому что... Я там не только ты, Чудашка. Я в ней более уверен, потому что если бы она была этот и хотела выиграть, она бы не нажала реакт. Мы бы проиграли. У нас оставалось 3-4 секунды. Скип, так что у нас кто сейчас? Смотрим за Олимпией, да, или кого? Я не кикаю. Я справа внизу был. У меня еще квесты не доделаны, я квесты делать. У меня тоже. Ну, тоже 3. Я в нее, говорит, уверен. В ней, говорит. Ебось, она может выиграть, да? Ну там сварщик с ней был. Паре. Ёб твою мать. Бля! Не знаю, она может быть просто не знала, она реактор починила, они проиграли бы тогда. Все, квесты мы все сделали. Руби! А чё она? А, тут Ник стоит. Просто бегает. Но она одна осталась, да. Сварщик был. Ну, это чадашка, скорее всего, потому что она возвращалась... Она не пошла цифру вводить. Да, даже, там никого вообще не было. Типа, она туда просто убежала. Ну, да-да-да. А такой вопрос, подождите. Подождите, а... Я тебе цифры вводил. Да, а подожди, вот такой вопрос. Олимпия, ты где был? Я сначала был в Электро, меня видел Ник. Потом я пошел вводить... Забежал в администрацию. Так а почему мы я и Натея, я и Натея были внутри админки, тебя не было, а потом я и Натея и Базя был во втором О2, и тебя не было? Я зашел в админку, посмотрел, что два человека стоят на вводе кода, пошел делать квест. В админке вообще же никого не было. А почему ты пошел делать квест, если второй О2 еще горел? Когда мы первый делали, ты бы... Кто-то побежит. А как там два человека? А ты готов рисковать? Валер, почему? Я бы не успел, даже если... Валер, почему в админке вы говорите, что два человека было, хотя туда забежал, там еще никого не было, оттуда чудачка. А может Валера быть, вместе с ней? Потом и потом мы с тобой туда вниз. Вряд ли. Двоих, когда я забежал туда. Нет, это тут один, скорее, они перерезали. То есть двоих режешь, два в два выходишь, все. Если мы... Я стоял вместе с Валерой на О2. Ну, в админке, внизу. Если внизу, они кикнем... были справа на лбу. Слушайте, мирный, если мы кикнем чадашки Олимпии, я думаю, мы выиграем. Я это думаю, рисково, потому что если мы сейчас кикаем, кикать, когда 6 то, человек. Да, потому что если их двое, они выиграли. Если... Да, там сварщик же. Не, у меня вопрос, а Ник, а ты что делал? Я сейчас АФК шел, извините. Сварщик 100%, я это еще в прошлом раунде говорил, что можно чадашки Олимпии. Сварщик и сам признал, там видно, слышно было в его... Да там он просто облапошился и все. Он просто человек играть не умеет. Ник, а где ты АФК шел? В кафетерии или где? Я в Электре. Электре. Я же сказал, что он там был. А значит, это чадашки. Олимпия бы убил Ника АФКшного в Электре. Жирко, дашь пораньше закончить? Никто не тусовался уже. Кстати, да. Да, я бы, я не знаю, я тебе говорю, меня вот это вначале смущает. Если бы импостер хотел бы выиграть, если она импостер, не голосуйте, подождите. Если чадашка хотела бы выиграть, она бы просто не нажала бы реактор сверху, и мы бы опоздали, потому что мы с ней реально начали на 4 секунде и закончили. Валер, сверху, сверху я нажал, алло. Валер, да. Тогда, я же тебе говорю, я тогда стоял возле вот этого верхнего реактора, возле панели, я не мог понять, почему снизу никто не нажимает, я постоянно от него ходил. Может тогда не рисковать. Спасибо, сейчас не кикать, потому что если убьют одного, мы увидим.
Ну, Валер, да, ну я тебе вот сейчас серьезно говорю, типа, я вот шел на управление, и оттуда выбегала чадашка. Там никого не было. Валер, типа, вот у там нас сварщик ушел, то есть черным, так что мы можем кикать, и нам надо кикать, наверное, скорее всего, чадашки. Я так думаю, я проголосовал на нее. Я дождусь. Я не буду кикать, потому что если мы сейчас убийство, это даст больше инфы. Это даст больше инфы. Я не буду кикать. Я ничего не даст. Я бы в белую. Это больше инфы даст. Кого скип или читашки? Я скипаю, потому что мне инфы больше надо. Голосую. Слишком много вопросов. Ну, окей. Я не знаю, ты голосуешь так. Ребят, вы меня уж простите, но мне срочно надо уходить. Вот прям капец, даже доиграть не успею, извините. Все. Ну, it's okay, it's okay. Давайте. До свидания, удачи вам. Так, я давай. Давай. Честончик, охуенная игра. Классно, я сегодня просто за весь стрим просто делаю квесты, бегаю, меня убивают почти в самом начале. Нормально? Интересно? Конфа кикается нахуй, уходит куда-то. Ну, нам можно, кстати, Джаркошу взять, блядь, девчонок еще одну, нахуй. Где надо Монорина? В центре, да. Чадашку кикайте и все. Базе побежал только единственный туда вниз вместе с ней. Олимпия, почему так долго нажимал на ряд? В смысле? Ну, ты на вторую верхнюю панель же ты побежал вместе со мной, я на нижнюю. Я сначала пошел вниз, посмотрел, кто там стоит, и пошел сразу нажал. Ну, ладно. Окей, подожди, чадашка, а ты что делала? Я в электричестве была. Да, ты убил его там. А базе не видела? Нет. А, ну да. А труп где найден, Олимпия? Я на кнопку нажал. Не, а труп где найден? Откуда я знаю? Так он не нашел. А. Потому что базе единственный пошел вниз. Ну я сейчас внизу этот, где бензин дополняет, да, я рядом внизу, самый левый. Так что я труп не видел. Значит, получается, это труп. Между электрикой? В электре труп, значит. Валерий, я больше склоняюсь к чадашке, но хотя Олимпия меня тоже не особо доверие вызывает. Но я не знаю, из-за этого и... Все упирается в количество инфы. Я для вас должен быть красным, потому что я бы убил Ника в электре. АФКшного. Ну ты мог не знать, что он там. В смысле? Ты, ты же не говорил, что... Я говорил в прошлый раунд, ты че? Ебать, Валерий, если он сейчас забудет. Я слышу, что он говорил, что он с ним был. Да, он говорил. Ну окей, все, тогда чудашка. Все, до свидания. Надеюсь, да. У меня топографический кретинизм. Ну, всякие пожарные осуждают ваше выражение, вот эти. Да, все нормально. Уебан на пальчике, собака ебаная. Ты гнилая гниль ебучая. Танечка, Жархошу Кейт. Ты, блядь, рыгач ебаная. Надо добрать. Жархошу Кейт добирайте. Бля, тут никого не было, тут хуя. Иди нахуй, мышина, убил ты, блядь, геморрой нахуй, не молодец. Я думал, после меня дебавы только около. Танечка, Жархошу Кейт, Танечка. Кто? Вы можете в начале стримера? А где еще люди? Кто еще не зашел? У нас игроков не хватает, потому что один вышел. Один вышел, а почему двое, блядь, не... А, Танечка, Жархошу Кейт, где ты напишешь чат, че не напишешь ты, Кейт, ты Жархошу, блядь. Что ты хочешь, что ты представил, что ты доебал, что ты не надо? Заменить надо, долбоеб. А. Ну, можно я больше не буду импостером? Я второй раз он только играл, а нихера вообще не понимаю. Да мы Рину попадется импостер, блядь. Я запомни, я удалю нахуй это говно ебаное, больше не буду его стрелять. Говно ебаное, не игра. Просто сидишь как еблан, блядь, квест идешь, я убивает первым, вторым, нахуй. Ты сидишь просто молчишь, нахуй, слушай, как вы играете. Уебищная игра, ебаная, блядь. Я конченый для уебков, нахуй, игра. Просто пойду лучше в Warcraft Classic квесты по делу, мертвые, нахуй. И то интереснее, нахуй. Нахуй, нет. Гандон. И ты, блядь, еще запомни, нахуй, никому не интересно, никто не смотрит. Иди отсюда вся. Один человек идет кто-то? Я тебе сказал, Жаркоша Кейт скинь, ты гондольер ебаный. А я как еще раз хай напишет, я не пойму, кто это. Жаркоша Кейт, вон, блядь, ты сабскрайбер, что ты, что ты такой бесячий? Так.
Блин, а реально надо было... Ну, хотя нет. А, вот. А, там два человека на реакторе было. Ски, сука, еще и дай. Блять, сука, ненавижу вас всех, что вы меня убиваете сначала. Ты не ходи со всякими дурачками. Этот уебанный чисто бегал, меня искал, выкидыш ебаный. Это я уверен, что он чисто. Если бы было 30 человек вокруг него, он бы все равно меня убил. Это долбоеб, отморозок. Ну, потому что ты друзей таких себе заводишь, что он, который тебе нужен. Я все надеюсь, когда он умрет, блядь. В игре. Естественно, только здесь. Я скинул ему, хай заходит. Ты бы так не выебал! Чара ебаная! Я бы так не выебался, блядь! Ты что ты зайдешь, блядь, ебаться, шо? Не, Электрод, ты молодец. Хуедец, ебать, а ты холодец. Да, я еще не это не изучил, где какие квесты. Вон, Жарков зашел. Бля, я не понял там, блядь. Блядь, просто, блядь, хуй его знает. Иди нахуй! Иди нахуй, сейчас сдохнешь. Ты заходи, хорошо. Так. Сейчас, секунду. Оооо. Так. Оу, ман. Вы себя можете, пожалуйста, а почему, девчонки, их нужно выкручивать до 400%, когда 200 максимально, блядь? Вы можете себе микрофоны кинуть? Мне всегда тихо слышно, я не понимаю, почему. А, извини. Мне тоже плохо слышно. Тебе на 200 тебя нормально слышно. А какие! Так, как? Ты радуешься, жена есть ты. Слышь, а у тебя парень что? Ты уже пал! Жаркоша, в общем чате, кот, заходи. Да, сейчас я захожу. Заходи, да, говорит. Заходи. Мишончик, плюс в том, что ты не женатый, да. Это, да. У тебя много вариантов есть, конечно. Ну, да, не женатый. У кого-то жена, а у кого-то и муж есть, да, Инатейч? Поехали. Конечно. Даришь себе первым, нах, пожалуйста, Я рассказываю. Вы здесь? Забегаю. Тупо. Ваня, как дела? Ванечка, как дела, братишечка? Че это, стоп, Вань? Я рассказываю. Выбегаю с электрики. Ваня просто сварщика хуярит, потом его репортит, блядь. Самое что интересно, ребят, я даже видел, кто его убил. Я вижу, труп падает. Да, а как же ты... Подожди. Я тебе рассказываю. Я вижу, труп падает. Валера и кто там, Олимпия стоял, если не ошибаюсь. Я внизу делал квест. Я стоял. Да. Не, кто ага, там, да, кто-то внизу стоял. Тут, Валера и кто-то еще стоял. Внизу от электрики. Подожди, я убегаю, подожди. Ваня спит. Внизу я делал квест, где нужно было листочки спустить в этот ебаный, в бак. Там был Валера, я точно помню, остановился посмотреть. Тут еще стоял. Коридор. Валер, ты видел? Олимпия смывал мусор, и я смотрел на Олимпию. И кто-то еще... А ты видишь, что Олимпия там был? Да, он направо сидел, я налево к реактору. Да, а ты, то есть Олимпия сейчас говорит, что меня не видел? Коридор возле электрики, я выходил с электрики, Ваня сварщика хуярит. Смотри, как ситуация какая. Дальше я иду влево, смотрю, то есть труп. Труп лишь падает. Я не видел, кто его убил. И сейчас видали? Стон сейчас... Стон сейчас на меня сразу агрессивный, вы поняли? Он видел, что... Он подумал, что я его увидел и начал на меня... Ну, короче... Нет! Выгоняем Стона соседки, выгоняем. Это 100% импостер. Смотрите, это уже пройденный этап, Ванечка, я видел, как он... Он знаешь, что это метод?
когда Ваня в этом импостер, он обычно врывается с фактами. Здесь он просто он медленно успел, подождал, пока ты закончишь. Не, я реально в Ване верю. Я вам рассказываю, у него годы же голос не поменялся. Два дурачка просто срутся между собой. Казахстану салам, от души, братан, спасибо за 100 рублей. От души, братишка, казахстанцы, очень уважаю, люблю, спасибо. Какой скип, понимаешь? Ты понимаешь, они если даже их даже если первыми не тушат, они срутся между собой. Ну, мы должны, ребят, я верю в Стону. Я верю. Я видел. Мой электрика, пацаны. Ребят, электрика, смотрите, какая ситуация. Валер, если меня, Валер, если меня убьют или уберут, потом ты понял, убьете. Олимпия его поддерживает внимательно. Я его не видел. Я увидел труп. Готов в разбег. Кстати, знаешь, что интересно, Вань? Да. Вань, знаешь, что интересно? Я Олимпию смотрел. Угу. Он когда делал мусорку, он один раз побежал вверх и вернулся, типа, доделать. Да, и потому что я убийство. Тебе еще раз говорю, это, скорее всего, Стон 100% импостер. Я не сделал этот квест. Он ладно, меня не сделал. Стон 100% импостер, я его даже не посел. Да-да-да, расскажи. Долго стоит! Тут не надо столько стоять. А куда делся Натея? Натея вместе с ним, наверное, да? Боже мой, Стон, научись играть, пожалуйста. Понятно. Где труп? Понятно. Ты настолько же стон. А я тебе поверил. Что подадишь и рассказывай. Ты настолько глупый, я не понимаю. В чем, сука, объясни, тварина? Ты, где ты труп? Мышь. Ты в чем? Объясняй, сука, объясняй. Стоп, блядь, никак расскажи, где труп. Жир, ты кабан. Объясни, не, сучара, ты тупорыла. Где труп нашли? Скажите труп. Он даже не объясняет, понял? Он вообще ничего не говорит. Блядь, ты вообще подкамерный человек. Ты можешь не убивать, блядь, или чекать? Под какими камерами? Ты что, еблан? Я мне хвалю этим реактором. Где труп? А я его нашел или что? Я его нашел. Стоп, скажи, где труп? Я нашел, ты долбоёб! Я откуда знаю, где нашёл? Где труп? Ты в игре убил, ну... Мегагор, это какой-то вкид или что? Типа, я уже я стол, типа, Инатэ вместе с ним. Скажешь, где труп, или я сейчас реально про тебя проголосую? Я не пойму, Мегагор, он конченый, он говорит, где труп, если ты его нашел, я нашел труп. Вы что, хорош какой Мегагор, Ваня отъехал. Он мне просто бесит сейчас, мы его миллион раз спрашиваем. Мегагор ебанутый, он конченый, он говорит, где труп, сами нашел. Я Стона голосую, потому что в размен. Давайте, смотрите, меня выкидайте, или Мегагора Олимпия, выкидайте. Потом у меня следующий. Я что, блядь? Почему? Ты можешь со мной бить? Меня потом Мегагора выкидайте, ебать. Ну, я сбалнучий, что я труп. Стона кикаем, короче, в медичку. Да, нахуй, ты даже не сказал, где ты труп нашел, уебан. Натэ, ты пробегал мимо. Ты видел Стона, когда он пробегал? Ну, когда, а где, типа, нашли? Я был на нижнем реакторе. Натэ второй с ним, да. Нижний реактор, где? Смотришь, с камеры выходит, знаешь. Я видел, что он со Стоном один на один, типа, там оставаться. Что? Ну, что? Меня кикайте обязательно. Ты даже не сказал, где... Он до сих пор не сказал, где я нашел труп. А где труп? Где труп? Так, а труп где? Он не сказал! Он не сказал, где нашел труп. Я сказал, где труп. Где? Ты не сказал. Он ебан конченый, брехливый жук. Мегагор, ну ты цирк какой-то разводишь, ну реально. Если Лост умирает, это Олимпия. Если Лост умирает, это Олимпия. Чекайте. Знаешь? Интереснее было бы стримить Clicker Heroes, блядь, сидеть и кликать нахуй мышкой, чем вот так вот бегать эти квесты, блядские, делать. Это просто пизда, блядь. Почему без оверлея стримера? Потому что у них аватарки с попами, блядь, с Гитлерами и так далее, нахуй, если я тебе покажу, нахуй, мой дискорд, меня убьют, нахуй. В Твиче забанят, долбоёб ёбаный, блядь.
Иди нахуй! Осуждаем их вообще за это. Почему, говорит, ты оверлей Дискорда не ставишь? Понимаете, я настолько, если мне импостер попадет, мне настолько будет хуёво то, что я даже не знаю, как за него играть. Я просто настолько мало за него играл, что я не понимаю, что делать. Я тебе, блядь, сейчас бы шамарнул, где шляпа нахуй подпадала бы. Что? Ну, на Т, да, понятно. Ну, вот он, блин. Ну, я бегу, блядь. Я даже ничего говорить не буду, забей. Кастан, иди, иди, иди. Сюда, блядь. Сюда, да. Сюда, да. Вы 8 человек, дайте, блядь, скажу. Вы 8 человек, нахуй. Я встречаю в Электро Айм Лоста, блядь. Какого хуя ты с Электро выбегаешь и бежишь в единичку, блядь, через столовую? Ты нормальный, блядь? Я забыл, где он. Мелочи показаны на весь экран. Вы чё, блядь, бесите нахуй? Мегакор, чтоб ты понимал, ты меня встретил, я уже почти добежал. Они никто. А мы с тобой, сам знаешь, были вообще в джо. Я реально, вот как имя говорит, я реально потерялся. Миша, а чё ты не сказал, где труп лежит? Он вообще, он... Чё за труп ты, кстати, развёл? Ты Я не сказал. Ты вообще не сказал. Он не говорил. Я не слышал вообще ничего, он сказал. Он это на последних там пару секунд сказал, а так он молчал все время. Последнее. А я сначала обрадовался, думал, Инатея увидит, что он меня убил, а в итоге я понял, что они вдвоем вместе. Ванечка, мастер за рулем! Я вообще не пойму, почему вы его не выгнали сразу. Я же говорю, что я его даже видел, а он на меня начал нападать. Я надеялся, что я тебя убью и скажу, что меня подставили, что тебя убили. Нет, это плохая идея. Это плохая идея, потому что я все равно в догон.